В Дальнереченске усилят работу по ликвидации последствий ЧС. Соответствующее решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяка по итогам рабочего визита в муниципалитет. Работа муниципальной власти была признана главой региона неудовлетворительной. Затягиваются сроки оценки ущерба, причиненного стихии и имуществу жителей. Как следствие, отодвигаются и сроки положенных им компенсационных выплат. Необходимо усилить работу комиссий административных по оценке ущерба с тем, чтобы в течение там нескольких дней они провели и проверили все дома. Кроме того, значит, увеличить количество тех постов, которые будут работать по внесению граждан в списки пострадавших и выплаты им. К сожалению, здесь работа со стороны ответственного куратора, заместителя главы по социальной политике, не налажена должным образом. Что касается там огородов, это муниципальная власть принимает свои акты, это уже немножко можно позже. Вот. Сейчас главная задача и гражданам в том числе подать заявление, и администрации внести их в соответствующий реестр с тем, что люди получили выплаты. Губернатор также подчеркнул, что намерен держать на личном контроле этот вопрос и вернуться проверить, как идет работа в ближайшие дни. Также Олег Кожемяка проинспектировал, как ликвидируют последствия ЧС в Лесозаводске. По итогам встреч с жителями Олег Кожемяка поручил доставить в город дополнительные тепловые пушки и мотопомпы. Специализированное оборудование позволит ускорить процесс по осушению домов людей, а также откачки воды с земельных участков. Все это необходимо, чтобы люди могли по максимуму спасти уцелевшее имущество и как можно скорее вернуться к привычной жизни. Напомним, в Приморье из-за тайфунов и сильных дождей действует режим ЧС федерального уровня. Губернатор лично руководит аварийно-восстановительными работами в наиболее пострадавших от наводнения муниципалитетах края.